Итак, ребят, с добрым утром. Сегодня просто такая офигенная погода, что я не выдержал и решил пробежаться. Время сейчас 7:20. В общем, попробуем сегодня немножко показать вам город. Это стоит первостепенная задача. Ну и, конечно же, так, оздоравливаемся. Посмотрим последствия 9 мая. Что же такого произошло? Сегодня у нас, как вы догадались, уже 10-е. Ну и погода, конечно, супер. Хотел сегодня отдохнуть, но что-то я чувствую, что я сегодня буду работать. Что-то я чувствую. Ну что, давайте пробежимся. Пока вот такие у нас пейзажи снимать не буду. Но прям что позже, я думаю, мы снимем с вами что-нибудь такое вау, интересное.
Thank you.
Ну что, ребят, вот закончилась утренняя пробежка. Да, сегодня немножко дольше заняло. 1 час 55 минут. Но я зато доволен. Пробежался сегодня почти 15 километров, там без 200 метров. Ну и, конечно, поснимал для вас те красоты, которые есть в Сочи. Ну что, всем доброе-доброе утро. Ну а с вас, ребят, жирнейший лайк. Попробуйте сами бойсару бегать и еще отвлекаться, снимать. В общем, хотел вам подарить хорошее настроение. Сегодня 10 мая, а дальше будет только лучше. А теперь всем доброе утро и отличного дня.